Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас Жаклин. Подписываемся на наш телеграм. Всем приятного просмотра. Он играет на пианино. Вы прикалываетесь? Ладно. Опять. 25. То, как он контролирует силу своего голоса. И когда я говорю про силу, я знаю, что шторм грянет. Но сколько же контроля в этом голосе? Он так нежно роняет слова. Настолько эмоционально. Так аккуратно. Боже ж, какая... Красота! И еще играет на пианино. Вы серьезно? А когда он переходит в свои верха, это настолько дивно. Опять же, он мастер переходов. И это взрывает мое серое вещество. Я люблю тон его голоса. Хорошо. Мне понравилось, как я просто влюбилась в его тон. Но там было что-то еще такое. Вот вертится же на языке. И это не слово «шероховатый», но это было что-то такое, что подтверждает то, что это выступление живое. Я потом вам покажу. У него поразительный контроль. А когда начался этот белтинг, сколько же мощи было в этом. И я люблю, как он уходит в это. Со всей головой. И это также настолько просчитано.
но естественно. Вот здесь. Вот оно. Остановись! О, Господи, Всевышний! Это то, о чем я говорила. Я еще не видела его вот такого. Понимаете? Он же всегда такой собранный. У него все всегда под контролем. Но здесь я чувствую, что он отпустил это. Дал волю чувствам. Немного больше, чем обычно. А когда он упал на колени, меня это так зацепило, как артиста, потому что я именно такая на сцене. И когда он сделал это, я почувствовала, как он разорвал эти цепи. Когда отправляешь свой голос в полет, понимаете? О мой бог, как же я люблю его! Потому что он, ёптыгдык, укокошил меня. Я думала, что я видела все, а тут он. Бам! Это что-то невиданное, и это бьет вот так. У меня есть другая реакция на Димаша, где я уже говорила. Я понимаю, что это все ой-ой, как важно. Я про технику, но вот лично я не по этой части. Я больше про чувства и эмоции. И этот подход, он для меня более естественный. И когда он делает то, что он делает, вот что я люблю больше всего, как артист, как певица, как музыкант. Я не оцениваю других артистов, как коллег по сцене. Я всегда смотрю на них, как фанатка. Потому что... если ты можешь укатить меня прочь, если можешь зацепить и унести меня далеко-далеко. Вот от чего я кайфую. Во-первых, я слушаю артиста как зритель, и только потом как музыкант и преподаватель по вокалу. Для меня главное, чтобы ты заставил меня чувствовать, унес на край света, а не просто впечатлил меня. И он делает это все. Он отправляет меня в путешествие и по дороге впечатляет меня. Я такая, как он это делает? Да и пофигу как. Главное, он это делает, потому что он способен на это. О, божечки, он же единственный в своем роде. Я никогда такого не слышала. И я не знаю кого-то еще такого, как он.
Я не хочу сказать, что все остальные плохие певцы. Есть много хороших певцов, но для меня он такой один. И в этом мире для него отведено особое место. Сочетая поп-стиль и оперу, для меня это прекрасная, чарующая смесь. То, что он делает, это уникально. Извините за эту долгую паузу, но это он меня до такого довел. Я должна была сказать это, потому что это... Вать Машу! Goodness. Oh my God. Вы серьезно? Святые отбивные. Он же без никакой операции вынул свое сердце. Понятно? Он отдал вам свое сердце, раскрыл перед вами душу и... Честно, ребята, у меня уже нет слов, потому что этот парень сломал мою понималку. Как только я начинаю думать, что уже слышала и видела все, он делает что-то такое чарующее, крышесносное, что-то из другого мира. И мне остается только... Надо же! И это слово... Adagio. Спеть его таким высоким регистром, это, я вам скажу, чертовски сложно. Петь это так высоко. Невозможно. А он спел. В легкую. Вообще, без усилий. Когда он упал на колени, это сделало мой день. Я полюбила его еще больше. А я его, знаете, как люблю? И это россыпь мурашек по телу. Честно... Этот парень, он как... Ну, вы поняли. Всем спасибо за внимание. Я вроде бы весь день переводил, переозвучивал это видео, но вот смотрю, и у меня тоже, если вам видно. Всех люблю, всех обнял. Пока!